Люди в открытую говорили о плане убийства короля. Королевский оперный дворец находится на другом берегу озера, напротив Стокгольмской королевской резиденции. Чтобы попасть туда, нужно пересечь мост. Нынешнее здание было построено позднее, но это то место, где проходил роковой бал-маскарад. На таких маскарадах присутствовали и члены королевской семьи, аристократии, и торговцы с моряками. Все скрывались за масками. Когда король вошел в вестибюль театра, ему подали письмо. Ваше Величество, как вы себя чувствуете? Последнее время вы выглядите утомленным. Неудивительно, что я выгляжу утомленным. Я получил письмо, в котором угрожают меня убить. Но я должен пойти на бал. Меня ожидают гости. Маскарад — это прекрасно. Когда я надеваю костюм и маску, мое сердце становится свободным. Вы выглядите великолепно. Все в ожидании. Я пойду, присоединюсь к танцующим. Верди, бал маскарад. Нынешний костюмированный бал стал основой для истории о любовном треугольнике короля. Оставим общество. Примите мое приветствие. На помощь! В его величество выстрелили. Кто убийца? Мы задержали его. Смерть и позор предателю. Убийцу незамедлительно арестовали. Им оказался Якоб Юхан Анкерстрём. Не очень знатный аристократ. Но убийство его побудил гнев. Он был свидетелем казни аристократов, выступивших против войны. Ваше Величество, не оставляйте нас. Скажи мне правду. Убийца-революционер, радикал из Франции? Нет, он швед. Швед. Значит, я не стал жертвой революционного ветра, веющего во Франции? Ваше Величество, Ваше Величество! Скрывая свое лицо за маской, король надел заметные знаки отличия, выдающие его. Позднее убийца признался, что найти короля было несложно. Королю сделали операцию, но она не помогла. Со своего смертного одра Густав III до последнего вздоха просил для убийцы смягчения приговора. Густав III скончался через две недели, 29 марта 1792 года. Ему было 46 лет. Закончилась эра абсолютизма Густава III. Династия Густава исчезла со следующим поколением.
В наше время Швеция сохранила монархию, но она сильно отличается от времен Густава III. В 1809 году Швеция приняла новую конституцию, сильно ограничивающую власть короля. Нового короля привезли из Франции, и нынешняя королевская семья является его потомками. Сегодня празднуется день рождения кронпринцессы Виктории, которая является первой наследницей королевского престола. Она приветствует добровольцев из своей летней резиденции. На весь мир шведская монархия известна как наиболее приближенная к народу. Многих лет жизни принцессе. Пусть живет 100 лет. Многих лет жизни принцессе. Через 5 лет после того, как закончилась династия Густава, Швеция объявила нейтралитет. Она не принимала участия в 2 мировых войнах и по сей день является миролюбивой страной. В наше время король не принимает никакого участия в политике. За 200 лет со времен правления Густава Швеция изменилась до неузнаваемости. Какие мысли скрывал Густав III за своей маской на протяжении всей своей жизни? Мы снова посетили членов группы «Густав Скал», которые давали представление истории Густава III. Мы поговорили с Анной, играющей роль матери Густава, и с Андерсом, выступающим в роли отца. Я уверен, что с того момента, как в него выстрелили, и до самой смерти Густав III играл роль. Возможно, перед смертью Густав хотел показать, как велик герой и как на самом деле милостив король. Och inte att han har legat och ångrat sig vad han har gjort, utan okej, nu gäller det. Nu har jag bara en liten kort tid på mig. Jobba som skådespelare, att man... Jag aktrisa. Но если меняется сцена, я могу стать собою. Вернуться к настоящей себе. Однако Густаву некуда было возвращаться. Другими словами, у него не было времени обрести душевный покой. Ему ничего не оставалось, как только оставаться королем. Густав III скрывал за маской свое сердце и играл роль великого короля. Королевский театр, столь любимый королем, и до сих пор привлекает многих зрителей. Пытаясь завоевать любовь своей матери и любовь своего народа, одинокий король не мог скинуть маску правителя. Он умер в одиночестве в своем дворце на озере в Дротнингхольме. Спустя 200 лет, будучи объектом всемирного наследия, дворец Дротнингхольм является символом миролюбивой и эгалитарной страны.